Это что, уже прошло 10 лет? Охренеть! А, это я уже и переехать успел? И пиваса нету. Я чё, пить бросил? Да ладно! Блин, ну пепси-то хоть ещё осталось? О, ну слава богу. Это жесть. Ладно, а что ещё произошло за эти 10 лет? Я по телеку? Нифига! Это что, типа у меня прям своя новая реальность была? Чем же гейминг на Денте во времена 90-х отличался от гейминга не сегодня? Блин, а почему я этого не помню? А это кто такие? А, вот Илюха. И Колян. Погоди, это же все чуваки, которые по приставкам в теме, да? Выглядят знакомо. Блин, ну что-то я как-то это... А это что? Киномания. Ого, это ж мой альбом! Да ну! Охренеть! Ой, это ж я! Блин, а когда это? Ну нифига себе! Блин, это ж была моя мечта с детства. Блин, ну почему я этого не помню? Потому что это был я. Ну здорово, киноман. Это что еще за новости? Я говорю себе? Какого хрена? Потому что я это не совсем ты. Я это ты как бы повзрослевший. В смысле? Типа из будущего, как Марти Макфлай? Нет, на одного возраста. Просто у тебя всегда 90-е, даже спустя 10 лет. А я живу в мире, где 90-е тоже были, но все стремительно меняется. Типа параллельная реальность? Типа того. Ну и как там у вас? Уже небось Дэнди никому не интересно, да? Все играют там в суперкомпьютеры, в виртуальной реальности. Ну, вообще-то не все. В Дэнди тоже много кто играет. Особенно из нашего поколения. И для них я веду свой проект. Вернее, твой проект. Погоди, ну, если ты это я, пусть даже взрослее, то это и твой проект. Да, только в моем мире он развивался, а в твоем почти нет. Но даже несмотря на это, здесь есть те, кто больше любит тебя, чем меня. Почему? Ну, вероятно, им просто хочется, чтобы все было как в 90-х, и чтобы ты оставался таким же. Они не очень любят перемены, особенно с теми, кого любят. Ну тут неудивительно. Я сам терпеть не могу перемены, и вообще не понимаю, зачем они нужны. Переехал вот еще зачем-то. Лучше бы на старой кухне остался, в гостинке, там вот хоть все родное. Играл там, бог знает, сколько лет в Дэнди, а тут как-то... Короче, не хочу ничего менять. Ну, а тебе не интересно было бы узнать, как бы могла развиваться твоя киномания, если бы ты захотел что-то изменить? Принести что-то новое, например. В смысле? Ты вообще я не развиваю? Да ты знаешь, сколько я выпусков Дэнди Хрониклс снял за 10 лет? 41! А вот ты сколько? Я снял 9. Ну и сейчас только же мини-выпусков. Развивался он. Я еще, между прочим, столько же выпусков на кухне сделал. И почти все с Коляном. Впечатляет. А что еще?
Ничего. Ну там Дэнди Мемберс еще были, конечно. Ну а что еще надо? Хроники, по-моему, всем нравятся. А встречи устраивал где-нибудь? Нет. А зачем? Ну, ты же вроде сказал, что выступать на сцене это была твоя мечта. Ну, мечта. Не все мечты сбываются так просто, знаешь ли. А ты это вообще к чему ведешь? К тому, что мечты сбываются, если на месте не сидишь. Пусть даже если это кому-то нравится. Можно просидеть на кухне и 10, и 20 лет, да сколько угодно. А потом окажется, что из близких у тебя только Илюха да Колян. И Дэнди. Ни мир не видел, и мечту не исполнил. Блин, даже не попытался. Делал только то, что от тебя хотели. Вот ребята на той фотографии потому и являются друзьями, что уважают твой выбор и стремление к чему-то новому. Сами через это прошли. Слушай, чем это таким твоё киномания так отличается от моей, что таких хроник вам уже недостаточно? Хм. Ну, пусть они тебе сами скажут. Вспоминая, как все начиналось, я и предположить не мог такого развития событий, да и не планировалось все так. Взяв за основу манеру ВГН и не имея навыков ни съемки, ни монтажа, то, как получился слоненок и как он выстрелил, несомненно, заслуга Пашкиного таланта и его кропотливой работы. Думаю, не выйди киномания 10 лет назад на YouTube, современное ретро-сообщество выглядело бы иначе и не было бы столь сплоченным, как сегодня. И это при наличии достаточно большого количества разногласий между людьми, особенно на почве обсуждения видеоигр. Люди, которые приходят, да, на киноманию, я думаю, что люди, которые за эти долгие годы присоединились к Паше и следят за его творчеством, я думаю, что они безмерно благодарны. Благодарны именно за ту долю ностальгии, которую Паша несет. И в последнее время как-то принято немножко чураться слово ностальгия. Некоторые считают ее почему-то постыдным. Некоторые находят в нем что-то плохое по какой-то причине. Я не знаю почему. По мне это прекрасное чувство. Оно на мгновение может вернуть тебя в детство. А детство это лучшее, наверное, что есть у человека. Киномания показала мне, что люди не просто так смотрят видосики в интернете. Ну там лайкают, дизлайкают, пишут комментарии и идут дальше. Нет, все гораздо сложнее и интереснее. Я убедился в этом на первой сходке киномании, где Паша представил свой второй фильм. Пришло огромное количество народу, было невероятно круто и весело, что доказало мне, что можно выходить за рамки монитора, за рамки интернета и собирать людей и делать что-то интересное, такое исторически забавное и веселое. Фильм «Проклятие серого слоненка» вышел 10 лет назад и оказал огромное влияние не только на зрителей, но и на многих ютуберов, в том числе и на меня. Фильм снят на старенькую камеру в формате 4:3, и это идеальный пример того, как можно делать реально крутой, продуманный, интересный контент буквально на коленке. На русском ютубе в 2011 году как-то не было особо принято писать сценарии для обзоров, и Паша Киноман ворвался с новым подходом, близким Джеймсу Рольфу с его Angry Video Game Nerd. Но несмотря на очевидный источник вдохновения, ролики Киномании всегда были максимально самобытны. Проект Киномания плотно вошел в жизнь большого числа людей. Тех людей, которым это было нужно. И как мы видим, таких людей много. В целом, вот это вот осознание своего детства, возвращение туда, это присуще каждому человеку. И вдобавок, я считаю, что мы такое поколение, на самом деле, особенное. Поколение детей, на глазах которых развалился один мир и начался совершенно другой. И вот так вот у нас вот летели перед глазами эпохи, появлялись новые какие-то устройства, в том числе и видеоигры. И мало кто, наверное, проживал такое в своей жизни, и тем более в своем детстве. И киномания — это место, где это время можно вспомнить, поделиться своими воспоминаниями, чувствами и найти людей таких же, как и ты, что очень важно. Пройденный путь киномании за эти 10 лет, мне кажется, лучше всего можно оценить, если сопоставить тот же «Проклятие серого слоненка» и
одну из, любую, причем совершенно, серии «Одного дня детства». И я сейчас говорю не только про формат картинки 4:3, 16:9, да, 480p и Full HD сейчас. Понятно, что технологии эволюционируют. Я говорю в первую очередь о содержании, потому что «Проклятие серого слоненка» — это, безусловно, круто. Но давайте будем честны, по сути, это русская версия, да, на наш колорит переложенная, Джеймса Рольфа, АВГНа. А «Один день детства» — это совершенно другая история. Это прям, ну, настолько, мне кажется, глубокая тема. Вот Паша в этом плане очень крут тем, что, несмотря на то, что он достаточно долго всегда работает над своими фильмами, он залезает в такие дебри и так хорошо все прорабатывает, что иной раз удивляешься: «Господи, мужик, где ты все это достал?» И вот из копии, хорошей, но копии Джеймса Рольфа, все-таки, мне кажется, «Киномания» сейчас превратилась в такую буквально летопись всех радостей детей 90-х. Единственное, что хотелось бы, чтобы этого, конечно, было побольше. Проект помог выйти из тени ряду возрастных геймеров, которые научились любить и принимать свои увлечения. Ведь любить видеоигры своего детства, слушать музыку из 90-х, смотреть кино того времени – это нормально. Таким образом, они смогли преодолеть существующие и достаточно известные всем вам стереотипы. Да, возможно, это нишевый проект, и сейчас сложно найти какие-то пути развития, так как довольно редко удается отыскать что-то действительно забытое и потерянное. И люди, насытившись и вспомнив то, что их когда-то окружало, бегут дальше по своим взрослым делам. Но, может быть, оно и правильно, так как киномания скорее для людей, которые в свои 30 ведут в поиске Дэнди или мультфильмы 90-х и вспомнят, что их когда-то так будоражило и о чем они почти забыли, и испытают необыкновенное чувство ностальгии и детский восторг. Думаю, это самое главное. И на канале Паши есть высокая вероятность того, что человек, который туда пришел, он получит эти доли ностальгии, доли секунд, да, потому что обычно это чувство, оно очень-очень короткое, оно еле уловимое. Но вот на канале Паши вероятность, что вы это поймаете, довольно высока, по крайней мере, если вы выросли в 90-х. Каждому свое, каждый волен поступать так, как он думает. Я уверен, что Паша временами и выкладывался на полную, и временами впадал в состояние, когда не хочется, не получается, нет никакого желания, и ты не понимаешь, ты еще не готов сделать какой-то контент, или ты ленишься, здесь всегда граница размыта. Главное, что мы видим, в результате, это куча роликов, которые не безразличны людям, на которых сотни тысяч просмотров, а есть и миллионы. И мы видим сообщество, которое собирается каждую неделю и в прямом эфире общается друг с другом, проходит игры, и да чего там только не было, всего даже не перечислишь. 10 лет — это действительно очень много, а по меркам YouTube, которому самому чуть больше 10 лет, это вообще целая вечность. Но рассуждать о том, что привнесла киномания на русский YouTube, на кого и как повлияла, я правда не умею. Я не имею таланта сказать красиво, поэтому скажу от сердца и скажу за себя. Я никак не связан с ретро-геймингом. Я не болею ностальгией, ну, по крайней мере, в тяжелой ее форме. Но я очень хочу увидеть четвертую серию «Дня детства». А еще хочу пятую, шестую, седьмую, восьмую, ну и так далее. И даже несмотря на то, что сам автор, возможно, этого не хочет. И для меня это как раз и есть показатель того, что Пашка делает очень крутые, интересные, а главное, душевные ролики. И, во-первых, я очень рад нашему знакомству, а во-вторых, я очень рад за самого Пашку, которому удалось то, что не удается, да, пожалуй, что большинству людей. А именно найти себя. Потому что на своей кухне с банкой Пепси, играя в Дэнди или Сегу, Паша действительно очень органичен. Он на своем месте, он счастлив сам и делает счастливым множество людей. А еще Паша меня очень сильно мотивирует. Честно признаюсь. Не знаю, как остальных, но вот меня совершенно точно. Когда я вижу человека, которому, ну, не так повезло в жизни, как остальным в плане здоровья, и при этом он не зацикливается на своих проблемах, хоть и имеет на это полное право, а создает огромное сообщество вокруг себя, объединяя дохренище людей,
это не может не мотивировать. И ты живой пример для всех, кто ноет, что у него лапки, что он не умеет, что добиться в жизни можно чего-то, только имея неограниченную пруху на старте и так далее, так далее. Поэтому, Паш, желать ничего не буду, просто, пожалуйста, продолжай. Киномания, конечно, для меня это в основном Паша и его ролики, но я знаю, что за этим всем стоит огромное сообщество людей, которые поддерживают его. Поэтому Пашу лично я желаю творческого прогресса, чтобы вот побольше каких-нибудь роликов с надрывом, сюжетом. Ну, а всему сообществу желаю, конечно, процветания. Уважайте друг друга, поддерживайте, и тогда это сообщество проживет не 10, не 20, не 30 и даже не 40 лет. Конечно, хочешь, чтобы новые видосы выходили почаще, но излишняя погоня за частотой релизов – это, как правило, прямой путь к выгоранию. Каждый ролик на канале Киномания для меня – это событие, и думаю, что главное, чтобы сам автор получал кайф от создания контента, потому что страсть, с которой этот контент мутится, всегда заметна в итоговом результате. Я действительно очень люблю проект Киномания, я очень люблю тусовку, которая появилась вокруг проекта Киномания, но это уже мое личное, потому что, по сути, со многими моими знакомыми мы познакомились через Пашу, и Пашу я познакомил с какими-то другими людьми, и когда происходит вот это вот сборище наше блогерское, когда происходят какие-то ивенты, и все это крутится вокруг замечательных людей, это безумно здорово, и я понимаю, что без Киномании этого не было бы, ну, в таком объеме. То есть понятно, что мы все равно дружили там с Пиксель Девилом, там еще, я не знаю, с кем-то. Но, по сути, именно вот такой большой тусовки без Киномании бы не было. И я хочу пожелать, чтобы Киномания развивалась, чтобы видосов было больше, тусовка росла, новых авторов тоже было больше. Я знаю, что Паша очень любит поддерживать молодых авторов. Киномания вперед! Слушай, я кроме Коли никого из этих чуваков больше не знаю. Но я так понимаю, что все это твои близкие друзья. А друзья, знаешь ли, они хоть и желают добра, но они на своей волне. А я снимаю выпуски для людей, которых в большинстве не знаю. Но кто понимает, через что я в детстве прошел со своей Дэнди, и у кого было точно так же. Вот интересно, что бы они сказали о ценности твоей киномании. Ну, давай спросим. Зрителям, конечно, виднее. Привет всем киномановцам. Я познакомился с проектом Киномания примерно 4 года назад, и к тому моменту я уже 10 лет подключался к такой матрице, как EVE Online. Это грандиозная онлайн-игра, в которой космические корабли бороздят просторы жидкого космоса. Это было очень разнообразное и интересное комьюнити, оторваться от которого у меня получилось только после просмотра первой серии «Одного дня детства». Эмоциональный отклик был очень силен, особенно от первой сцены, где Паша сидит у дома и надевает на себя кепку USA California. Хотя у меня и была коллекция робозверей и экшн-фигурок, но я не связывал с ними настолько же ярких ассоциаций, как это делал Паша в своих работах, и это поражало. Я начал копать глубже, у меня появились картриджи, да такие, о которых я до этого и не слышал никогда. Книги, фотографии. И постепенно это стало приносить не только эмоциональное, но и эстетическое удовольствие. Если первоначально киномания была больше эмоциональным источником, то постепенно она переросла в информационный, а затем и в социальный источник. Я начал знакомиться и общаться с очень интересными людьми, увидел оригинальные и необычные проекты. Я обрел единомышленников, которые прекрасно дополняют друг друга и своими идеями дают вдохновение и мотивацию на мои собственные проекты. Спасибо Киномании и всем-всем, кто интересуется тем же, что и я, думает так же, как и я, и поддерживает во мне искру «Твори дальше». Привет всем любителям киномании. Да, девочки тоже в 90-е играли в Дэнди, и такие слова, как Contra, Battletoads и, например, там, Super Mario, это были не самыми последними словами нашего детства. О чем я хотела сказать? Буквально вот пару слов о том, почему именно для меня это было важным найти именно канал Паши.
Мое детство прошло на Дальнем Востоке, на границе с тем самым оплотом зла, которое штамповало сотнями тысяч приставки под названиями клоны Дэнди, вернее, клонов Фамикомов. Лично у меня была такая вот, знаете, в виде красной машины, красного кабриолета, но надо отдать должное нашим китайским друзьям, она работает до сих пор. И вот когда я нашла этот канал, когда я познакомилась и практически взахлёб посмотрела все видео, Dendy Chronicles, и про серого слоненка и все-все-все остальные, вы знаете, у меня такое ощущение было, что Паша изобрел машину времени, и я оказалась снова на Дальнем Востоке, в том забытом богом военном городке, там, где постоянно отключали электричество, там, где практически никогда не видели горячей воды, но нас, детей, это совершенно не волновало. Мы играли в Дэнди, мы бегали по улицам, и мы смотрели интересные телепередачи. И вот посмотрев этот канал, такое ощущение, что Паша подарил мне машину времени. Я очутилась снова там, в моем 95-м году, в обнимку с моим красным пластиковым китайским кабриолетом и с джойстиком в зубах, считающим часы до прихода родителей с работы, потому что нельзя сажать кинескоп. Ну да. Да. Наверное, если подытожить, я могу сказать то, что Пашин канал — это моя личная машина времени на границу с Китайской Республикой. Спасибо тебе, Паш. Это ценно. Ролики киномании — это не просто телепорт в детство, это взгляд со стороны, ведь в классической литературе тоже так, там пишут все то, что мы и так знаем, жизненные ситуации, переживания героев, так и здесь. Паша вроде бы рассказывает все те вещи, что мы и сами помним, но мы в этот момент не переносимся в самих себя, в детей, мы смотрим на себя, самих детей, со стороны. Это совсем другое ощущение, это какое-то чувство приобретенного опыта. Конечно, в этом есть и ностальгия, зачем-то мы при этом скучаем, но тем не менее вот так вот. Это взгляд через плечо назад или в сторону куда-то, или даже в другой мир. И за это киномании большое спасибо. С днем рождения. Привет, Паша, и всем зрителям киномании. Я тебя смотрю, начал смотреть, точнее, год назад. Да, я новый зритель, но... В общем, да, рыскал я как-то по Ютубу, листал, и вижу, мне в рекомендациях падает видео «Проклятие серого слоненка». Я думаю, а видео-то много лет, вау, надо бы посмотреть, почему нет, тем более час идет. Ну, в итоге включил и, угадай что, не мог оторваться. Мне действительно было интересно посмотреть этот фильм. Я смотрел его с упоением, даже несмотря на то, что качество в нем всего лишь 480p. Я смотрел его с упоением, и мне понравилось. Потом я посмотрел его еще два раза. А потом впоследствии посмотрел еще большинство твоих видео, и, черт возьми, они хороши. Просто мне вот такого рода контента не хватает. Особенно мне нравится твоя рубрика, где ты рассказываешь о воспоминаниях, связанных с конкретной игрой. И когда ты рассказываешь, действительно чувствуется, что ты разговариваешь как будто не по ту сторону экрана, а будто сидишь прямо здесь передо мной. Это просто охренительно. Я не понимаю, как ты это делаешь. И мне реально я реально не мог оторваться. Я, наверное, посмотрел, наверное, то же самое видео, там, где ты рассказывал о своих воспоминаниях про Супер Марио, наверное, раз 5. Ну, это так, неважно. Ты рассказываешь интересно о тех вещах, которые лично мне не были ведомы, потому что родился я только лишь в 2004 году. Это просто охренительно. Мне интересно слушать о том, о твоем детстве, о том, что ты делишься с нами своими воспоминаниями. Это охренительно. И поэтому с юбилеем тебя. С юбилеем тебя и твой проект. Привет, Паша. Привет, киномания. Поздравляю вас с юбилеем. 10 лет. Это большой срок. Это... действительно настоящий юбилей. Киномания. С киноманией я знаком достаточно давно. Помню, совершенно случайно наткнулся на ролик, на большой фильм «Проклятие серого слоненка». С этого и началась моя любовь к этому проекту. Эти видео, эти ностальгические видео очень круто погружают в прошлое со многими
воспоминаниями, я олицетворял себя, потому что у нас у всех детей 90-х было все это похоже очень прям так же, и каждый ролик прям погружает действительно в ностальгию, это очень классно, спасибо, Паш, большое за это. Но киноманию я смотрю не только из ностальгических чувств, я лично страдаю биполярным расстройством, и лучший способ во время депрессии улучшить свое настроение — я включаю Chronicles, Dendy, я включаю те же большие фильмы «Один день из детства», того же «Серого слоненка», пересматриваю, и на душе становится действительно легче. Спасибо большое, ребят, за то, что повышаете настроение. Это больше, чем просто видеоблог, больше, чем просто ролики. Паша умеет очень хорошо погружать в ту эпоху нашего детства. Dendy, Sega, VHS-кассеты и все остальное. Это очень круто. Ребят, смотрю вас давно, уже лет, наверное, 8, может 7. И хочу, чтобы вы не останавливались. Паш, тебе удачи, сил. Продолжай нас радовать. Ты очень ламповый, классный чувак. С юбилеем, киномания! Киномании 10 лет. С праздником, парни. С десятилетием и с первым серьезным юбилеем. Что конкретно для меня значит киномания? Я думаю, не скажу ничего нового. Как и для многих других, это является порталом в детство. Порталом в те самые теплые эмоции, которые были у нас в 90-е. Которые не показывают все это плохое, что было в те годы, а показывают только то, что запомнилось и приносило нам положительные эмоции. Это игры, в первую очередь Dendy, Sega, Super Nintendo, Game Boy, комиксы, игрушки и многое-многое остальное. Каждый ролик «Один день из детства» из серии этого выпуска, он окунает нас и показывает часть новой эпохи. И вместе с ним мы, ну, погружаемся туда. Каждую пятницу Паша помогает нам опять же вернуться туда немножко. Пускай даже не самому поиграть в эти игры, а посидеть, посмотреть, послушать, пообщаться и вспомнить что-то теплое, что было в те времена. Но киномания — это ведь не один Павел, правильно? Киномания — это, ну, такая небольшая кучка людей, которая делает действительно важное дело, которое затрагивает самые наши тонкие струны нашего детства. И пусть эта команда периодически меняется, но все они остаются друзьями. И для меня киномания — это всегда останется дружная команда, которая помогает нам окунуться в детство и увидеть только положительные его черты. Мое детство не было очень радужным, но тем не менее, все то, что показывает киномания, там было, я это помню, плохое вспоминать не хочу, пусть будет только хорошее. Ну, и эта баночка Пепси за вас, парни. Спасибо. Вот уже как 10 лет прошло с момента выхода фильма «Проклятие серого слоненка». Думаю, что практически каждый во время просмотра задавался мыслью: «Черт возьми, а ведь у меня все было точно так же». Таким образом, выявилась группа людей, у которых в детстве были одинаково неприятные и в то же время приятные моменты. Приятные, потому что это все было для нас в новинку и воспринималось с интересом. Будь то ситуация с черно-белым изображением на телевизоре, нерабочими джойстиками, различными глюками китайских картриджей и другими трудностями, упоминания которых лишний раз не требуется. Вы и сами о них прекрасно знаете. Время шло, появлялись новые рубрики, новые видео, стримы, долгожданные сходки, зрительская аудитория постоянно пополнялась. Пополняется сейчас, и я уверен, в будущем она вырастет еще больше. Для кого-то киномания – это повод вспомнить приятные моменты 90-х. У кого-то появляется желание достать свою старую приставку. А кому-то просто достаточно поиграть на эмуляторе после просмотра очередного видео. Себя же отнесу к числу тех, кто прошел этап воспоминаний, поиграл на эмуляторе и понял, что эмуляции для меня недостаточно. Хочется иметь у себя на полке такие же приставки, на которых играл в детстве. Решение-то, конечно же, пришло не сразу, а спустя несколько лет. За что я ценю киноманию? Наверное, не только за возможность вернуться к приятным воспоминаниям из детства.
хотя воспоминания из детства – это самые сильные воспоминания. А еще за информативность. Например, «Один день детства» вполне подходит под категорию информативных фильмов или ролики формата «Музыка бит». Есть еще стримы, но они больше подходят под категорию развлекательного времяпровождения. А также за возможность встретиться на сходке с единомышленниками и авторами других каналов похожей тематики. Найти новых знакомых. Егор, Игорь, привет вам, если смотрите это видео. Спасибо за просмотр, я поделился своей небольшой историей и тем, чем для меня представляет ценность проект «Киномания». Ну, не знаю, мне зрители в комментариях примерно то же самое писали. Единственное, что это за «Один день детства», про который многие тут говорят? Это серия полнометражных фильмов о 90-х, которую я снимал с 2013 года и снимаю до сих пор. Сейчас вышло 3 больших фильма и скоро будет 4-й. 4 полнометра? Тебе делать нехрен! Это ж задолбаешься! Ну, на канале они собрали почти 5 миллионов просмотров. Сколько? Нифига себе. У меня только первые выпуски Дэнни Хроник собирали столько. А новые? Ну, новые 100-150. Правда, последний выпуск про китайский маджонг пока что только полтинник собрал. Ой, да все, завались, достал уже своими подколами. Конечно, когда снял уже про все, что можно, про что остается рассказывать? Вот только про маджонги всякие. Ну, может, не стоит зацикливаться на одной лишь Дэнди? Почему бы там не попробовать? Слушай, вот не надо мне только нотации читать со своими миллионами просмотров тут. Я понял, к чему ты ведешь, и мне это неинтересно. Че тебе вообще от меня надо? Да ничего. Я просто хотел подарить тебе наш альбом. При помощи нашего общего друга. И тем самым показать, что хоть в какой-то реальности он существует, и твоя мечта сбылась. И это могла быть твоя реальность. Ну и интересно было пообщаться со своей иной точкой зрения. Так что бывай. Ну, окей. Так о чем мы это самое? Хроники про Лунарбол будем снимать? То. Да, наверное, пора бы уже камеру обновить. Друзья, спасибо вам огромное, что на протяжении этих 10 уже лет вы по-прежнему остаетесь со мной на этом канале. Как говорил, к сожалению, ныне уже покойный Андрей Мягков в одном известном фильме, вы круто изменили мою жизнь. И благодаря вам я не только продолжаю делать свое любимое дело, но и у меня есть возможность его делать. Спасибо. С юбилеем, Киномания!